Дорогие друзья, поздравляю вас с 12-й годовщиной признания независимости Республики Южная Осетия. 26 августа 2008 года – одна из важнейших дат в истории народа в Абхазии и Южной Осетии. Признание независимости наших республик Российской Федерации – это великое событие, для осуществления которого наши народы прошли долгий и сложный путь. Мы благодарны руководству Российской Федерации, которое, несмотря на колоссальное международное давление, приняло мужественное и справедливое решение по признанию суверенитета в Абхазии и Южной Осетии. Мы никогда не забудем трагические события, которые этому предшествовали. В этот праздничный день склоняем головы перед памятью героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость. Мы вместе, поддерживая друг друга в сложные исторические периоды, пришли к независимости. Я уверен, что наши народы, объединив усилия, добьются больших успехов и в государственном строительстве, в создании условий для мирного и благополучного будущего наших народов. Я с удовольствием поздравляю народ Южной Осетии с этим замечательным праздником, Днем Признания. Желаю братскому осетинскому народу мира, благополучия и процветания. Куб сыкалы фюдесны гота хепшимра, азхацара амш. Шарда амта.